Я леди. Вы должны меня выслушать. Уверяю вас. Леди Эмили, вас сложно не узнать. Столько монет с вашим лицом. Произошел переворот. Меня обвинили во всех грехах. Мне плевать, как выглядит мое лицо. Я Меган Фостер. Работаю на вашего старого союзника, Антона Соколова. И я здесь, чтобы сказать, на юге затевается нечто жуткое. Я поняла. Корва мертв. Герцог Сирконоса с женщиной по имени Далила. Они перебили всех в тронном зале. Потом не понимаю, что это было. И мне пришлось сбежать. Порой другого и не остается. Это мой корабль, падший дом. Говорите, и мы выйдем в море. Я доберусь до Карнаки, где начал королевский убийца. Там же недолго жила Далила. Может, тогда я пойму, что происходит. Истинная дочь Корва. Сразу видно. Выходим? Да, в путь. Все еще на корабле Меган? Как странно. Что это? Где я? Что-то приближается. Следит. Эмили Колдуин. Я знал твоего отца в старые времена. Я не думал, что мы встретимся. Я смотрел, как твою мать убили ради вашей крошечной империи. И тебя спас убийца в странной маске. Я думал, на этом веселью конец. Но Далила и герцог перемешали все карты. Сколько еще своих подданных ты готова убить? Чем ты готова стать? 15 лет назад я спросил тоже у Корва. Этот миг изменил его. Твой черед, Эмили. Она жжет изнутри. Такое чувство, будто я на краю чего-то. Все эти сказки не лгут. Невероятно. Так я спасу отца и верну себе трон. Ты помнишь? Это было так давно. Тебе выпало столько бед. Но даже став собственной тенью, я рада тебе. Мама, ты здесь, но тебя нет.
в моей руке. Но не здесь. Я всего лишь частица сама себя. И мне осталось недолго. Как бы я хотела преодолеть эту ужасную бездну и заключить тебя в свои объятия. Но дам лишь это. Мой дар и проклятие. Призови меня, и я направлю тебя, если смогу. Здесь нет звезд на небе. Здесь нет неба. Далила, как она могла, не понимаю. За тысячи лет мало кто видел это место. Среди них три императрицы. Далила убивала за пару башмаков. И в тот же год писала величайшие портреты своего времени. Ее амбиции, талант, острый ум привлекли к ней людей и привели к тому, что случилось в башне. Далила не торопится. Она заняла престол, но раскрою тебе тайну. Этим она не ограничится. В 10 лет я скучала на уроках и мечтала о сражениях и путешествиях по океану. А теперь я понимаю, что мир гораздо безумнее, чем мне казалось. Все перевернулось с ног на голову. Но я буду драться до тех пор, пока мир снова не станет нормальным. Карнака, самый южный порт империи. Некогда славный город, сейчас пришел в упадок. При новом герцоге Сирконская гвардия стала необычайно жестока. Жителей избивают. На улицах расстрельные команды. Говорят, столько трупных ос здесь еще не было. Это родина моего отца. Меган Фостер молчит, словно что-то скрывает. Но она помогла мне бежать из Дануала, и сейчас мне нужно укрытие. Далила и герцог обвинили меня в том, что по моему приказу королевский убийца уничтожал моих политических противников. Меня лишили всего, но я верну свое, даже если для этого придется сжечь этот город. Thank you.
давно, старик. Втянул меня в это дерьмо. А вот и вы, когда... Так, кое-что я поняла. Но что вы с Соколовым здесь делали? Старик любил Карнаку. А когда узнал про заговор и королевского убийцу, решил предупредить Корва. Я знала, что ситуация накалена. Коррупция, всплеск насилия. Я пропускала это мимо ушей. Обычно этим занимаются местные власти. Герцог бездействовал. И по всему выходило, что он стоит во главе заговора. Соколов был потрясен, а его сложно чем-то удивить, сами знаете. Мы готовились отплыть в Дануэлл, но не вышло. Королевский убийца. Да. Люк распахнулся, Соколов закричал. Я увидела только, что его тащат по палубе. Я следовала за ними до Адермирского института. Там заправляет Гепатия. Может, герцог пользуется услугами ее пациента, королевского убийцы? Адермир. Я проберусь туда. Королевского убийцу нужно уничтожить. А если алхимик мне поможет, то, может быть, я узнаю, что с Соколовым. Пожелайте мне удачи. Ха, я не в лучших отношениях с удачей. Но когда закончите с институтом, отключите сторожевую вышку. Я подведу лодку поближе. Будете готовы, я подвезу вас. Высаживаю вас в доках. Пора взглянуть на город, где вырос мой отец. Ну, в путь. Не хочу, чтобы меня узнали. Довезла вас до Адермира, но там усилили охрану. Воткнули сторожевую вышку. Придется вам ехать на экипаж. Старый герцог Сирконоса многие годы строил Карнаку. А Лука, едва получил власть, тут же начал вытягивать из города богатство. Все пустил на оргии и пиры. Хм, похоже, тут даже веселее, чем у нас в Дануэлле. По дороге будьте начеку. Герцог отдал весь город на откуп гвардейцам. Они могут напасть на вас. Они меня не заметят. Славное место. Заберитесь в Адермир, уничтожьте убийцу и узнайте, где сейчас Соколов. Думаю, Гепатия должна вам помочь. Она славная. Увидимся в Адермире. Когда я отключу сторожевую вышку, сразу подгоняйте шлюпку. Готов поспорить на последнюю монету, опять будет солёт. Найминога. Добро пожаловать в кар... Лицо закрывать не обязательно. В доках пыли и что нет почти. Что там за корабль? Ты шкипера знаешь? Падший дом. В реестре не числится. Подождем пару дней. Гарпат, пускай загрузится своей контрабандой. Трупные особи не тут всегда. Я знала этот мир 15 дней назад. Что-то мне еще осталось. Но все так странно. Надо отдохнуть подольше. Что нам теперь делать-то?
ноги подлечить. Да никому не пожалуешься. Торговцы все одинаковые. Все ноете, выпрашиваете что-нибудь. Хоть раз скажи мне правду. Такое нельзя пропустить. Труп здесь? Граждане, пока герцог отсутствует, я хочу заявить следующее. Неужели нас остановит? А теперь все на нервах. Мое сердце. Этого еще не хватало. Теперь мне придется выслеживать какого-то подонка с ножом. Но почему я? Гвардия Серконоса будет останавливать и допрашивать, но... Подпольный рынок. Здесь торгуют оружием и снаряжением. Заходи! Если ты здесь, значит и торговать с тобой можно. Вот чертежи. Сможешь улучшить оружие. Легко дышится. Я-то маринованной акулой не торгую. У меня скидок не бывает. У меня есть кое-что для тебя. Я Минди Бланшар, а ты, похоже, любишь совать нос в чужие дела. Поможешь мне в одном дельце? Как говорится, за мной не заржавеет. Мне нужно в Эдермирский институт. Сможешь провести? Легко. Я там все знаю. Достань мне одного чувачка, и я тебе помогу. Не бойся, он уже умер. Принести мертвеца? Откуда? Он лежит на форпосте смотрителей. Они думают, он был колдуном. А зачем мне мертвяк? Дело мое. Проберись к ним. Забери труп и жди в подвале у зубодера, тут неподалеку. Я подумаю. Тут все заражено. Ну, не торопиться, не подходить к гнездам и не давать усам впрыснуть яд и отложить яйца. За мной охотится половина империи. В глубине души мне даже интересно, что будет, если меня найдут. Не надо! У меня не было выбора! Не надо? Раньше надо было думать, Рапола! Знаешь, что сейчас будет? Нет! Вот так мы избавляемся от крыс. Если будут спрашивать, он сам побежал. Да, мы не успели остановить.
Ветряк нормально крутится? Все в порядке? Световая стена времен крысиной чумы. Я же сказал, что будет, если на меня донесешь. Я предупреждал. Не надо, у меня не было выбора. Не надо? Раньше надо было думать, Рапола. Знаешь, что сейчас будет? Вот так мы избавляемся от крыс. Так, если будут спрашивать, он сам побежал. Да, мы не успели остановить. Эй, ветряк нормально крутится? Все в порядке? Световая стена времен крысиной чумы. Разуй глаза, все умерли. Какой-то старик вопил, будто одна из них последняя женщина на островах. Пытался ей букет мимозы бросить. Пришлось его оттаскивать. Что тут происходит? Я бы не пустил. Чужак, беги, пока не поздно! Я говорю всем верующим нашего города. Пусть верность ваша будет превыше всего. Будь... Кто-то мной ничего. Вы что-то видели? Эй, ты, Мирас, сюда нельзя! Я хочу умирать!
Я обойду ее! Ждем! Посмотрим, что там у тебя! Давайте! Я чую твою ересь! Иди же сюда! Запреты на правду! Я проведу ритуалы над твоим нечестивым трупом! Нет! Прикончим ее, братья! Она не убежит! Сучка! Как ты смеешь! Я излечу мир от тебе подобного! Это точно был королишеский убийца. А где женщины-смотрители? Почему там только мужчины? Зараза! Что это было? Нечего тебе тут делать! Что, братья? Никуда ты не денешься! Я всегда готов к битве! Она не убежит! Ты заплатишь за его смерть! За аббатство! Эй ты, иди сюда! Как тебе не стыдно? Наверное, опоздали.
звуки неправды. Эхо лжи возвращается голосом чужого. А зверь не рыскал бы в ночи. Вот он, труп для Минди. Тебя? Положи его в яму. Молодец, держи. Не буду спрашивать, зачем он тебе. Так как попасть в Эдерми? Я отправила паренька обесточить рельсы. Пока тока нет, можешь по ним ходить, куда вздумается. На той стороне есть станция, оттуда доедешь в Эдермир. Ну, хоть так. Спасибо за помощь.